продовжуємо тему оренди землі, земельних паїв. Практика показує, чимало власників земельних ділянок і досі продовжують робити елементарні помилки, укладаючи договори оренди. Необізнану у законодавстві людину легко обдурити. На цьому і наживаються нечисті на руку орендарі. До яких хитрощів іноді вдаються орендарі та орендодавці? І як захистити свої законні права? Дивіться далі. Мораторій на продаж землі продовжено, а війни за право володіти земельною ділянкою посилюються з кожним роком. Особливо за землі сільськогосподарського призначення. Аби прибрати якомога більше гектарів під свій контроль, орендарі все частіше почали вдаватись до махінацій. Після смерті батька Василь Цвігун отримав у спадок 4 гектара землі сільськогосподарського призначення. У 2014-му здав земельну ділянку в оренду. А через деякий час дізнався, начебто ще у 2008-му батько, вже на той час покійний, передав цю ділянку іншому орендарю. Коли я почав знайомитися з цими документами, то виявляється, що договір нібито укладений з батьком, з моїм, який помер практично рік тому назад. Батько помер 5 жовтня 2007 року, а договір укладений, нібито 30 вересня 2008 року. І на підставі цього Укрпостач вимагає через суд признати договір, який був укладений мною дійсно вже на підставі документів, які я отримав після проспадщини, вже переоформлення проспадщини, яким є власником, то визнати цей договір не дійсним, а дійсним його договір, який укладений був на 15 років, нібито з 2008 по 2023 рік. Чем они подкрепляли это все? То, что у них есть договор аренды, который был зарегистрирован между Укрентерпостача, это директор Эрик Юрьевич Григорян, и отцом Цвигун Анатолием Николаевичем. Но, изучив все материалы, мы пришли, конечно, в недоумение, как так может происходить. Если договор был подписан в 2008 году, а отец его умер в 2007 году, то есть договор непонятно кем подписан, непонятно какие документы были подложены. Тем более, что когда прошла регистрация этого договора, а она прошла в ДЗК Вознесенск, то через месяц Василий Анатольевич получил уже державные акты. То есть и ДЗК знала о том, что, ну, по крайней мере, имела информацию о том, что человек умер, переделываются державные акты, но, тем не менее, договор был зарегистрирован. И на данный момент мы рассчитываем на то, что было подано встречное исковое заявление о том, что вызнаты неукладенным договор между Укрентерпостачью и Цвигуном Анатолием Николаевичем. Ну и рассчитываем, да, отцом. И рассчитываем, конечно, на выигрыш. Ну а после этого уже будет все зависеть от того, насколько Василий Анатольевич захочет дальше сражаться с Укрентерпостачью и именно с Эриком Юрьевичем, потому что это чистейшей воды мошенничество. Законом передбачено, після смерті орендодавця, власника земельної ділянки, договір дії оренди не припиняється, а отримати орендну плату зможе тільки спадкоємець, причому тільки після належного оформлення спадщини. Договір оренди не припиняється, він є дійсним для нового власника земельної ділянки, а новим власником земельної ділянки є його правонаступник. Тобто спадкоємці, всі спадкоємці. Звичайно, орендар може продовжувати користування цією земельною ділянкою, але він повинен знати, кому сплачувати орендну плату. Він може сплачувати орендну плату людям, які проживають з орендарем, але його спадкоємцями не являються. І ці люди можуть використати всі ці гроші, і потім, коли звернеться спадкоємець щодо цієї орендної плати, адже він має право за цим договором, спадкоємець, з часу відкриття спадщини і прийняття її, має право на всі вигоди від цього договору, тобто отримання орендної плати. З моменту смерті чоловіка і до моменту, пока оформится наследство, если в этот период закончится действие договора аренды, а такое происходит очень часто, то за те годы, в которые договор аренды с наследодателем не действовал, с нашим арендодателем покойным, аренду никто не выплатит.
То есть этот момент, земля, по сути дела, никем официально не арендуется, и ни один фермер официально платить за нее не обязан. При том, что фактически земля обрабатывается, вот, поскольку она находится, как правило, в едином большом массиве. Вот. Но юридически обязать фермера выплатить за вот этот вынужденный пробел почти невозможно, потому что оформление наследства на недвижимое имущество, а земля – это у нас один из видов недвижимого имущества, и получение свидетельства является обязанностью наследников. Війна за гектари іноді поза правилами. У 2012 році власник земельної ділянки Олег підписав з орендарем договір на 5 років. Орендну платню останній сплачував, але під розписку. А ось договір оренди реєструвати не поспішав кілька років. Отже, партнери посварились. У 2015-му Олег підписує договір з іншим орендарем. І під час оформлення необхідних документів він дізнається, що потрапив в земельне рабство до колишнього орендаря на 49 років. Чоловік ні сном, ні духом. Як? Я з ним нічого не підписував. Ми розійшлися, ми поругались і розійшлися. Я нічого не підписував. І, скажімо так, це огромний плюс, і я сподіваюся, що це сработає в суді. У него остался на руках старый договор 2012 года. Мы когда сравнили 2012 год и вот этот вот зарегистрированный на 49 лет, оказалось, что под вот этим 49-летним договором лежит лист с подписями из 2012 года. То есть у арендаря, я так думаю, что у арендаря остался это же оригинал этого договора. Он составил полностью текст нового договора на 49 лет, а из старого выдернул лист и подложил себе подписи. И все, и зарегистрировал. Регистрационная служба не проверяет, какие листы, кто подписывает, им приносят пакет документов. Есть доверенность, они регистрируют. У 2016 році до порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно внесені зміни, що стосуються саме захисту права власності на земельну ділянку. Когда собственник знает или подозревает, что относительно его имущества может быть проведены какие-то операции, он может прийти написать заявление к регистратору или к субъекту государственной регистрации. И регистратор вносит в базу это заявление о запрете совершения каких-либо действий регистрационных. В течение 10 дней он должен донести решение суда о запрете осуществления каких-либо регистрационных действий с этим имуществом. Понад 13 мільйонів громадян України є власниками земельних ділянок сільськогосподарського призначення. Із них приблизно 80% здають землю в оренду. Але й до сьогодні більшість власників земельних паїв у повній мірі не знають і не реалізують свої права. Самое распространенное – это вот вписывают не те сроки, вписывают не те суммы, вписывают много всего того, на что люди вот как бы не договариваются. Часто людям дают подписывать как акты выполненных работ или как, ну, не знаю, как ведомости и так далее. Вот вы вот это подпишите, не глядя. Ситуация здесь когда-то была рядом с порт-элеватором, они каждый год, оказывается, подписывали с разными фирмами новые договора, и люди, приходя за деньгами, просто думали, что они подписывают какую-то ведомость на получение денег, а каждый год подписывали просто вот последнюю страничку этого договора нового с новыми фирмами, и в последний момент вот оказались вообще у них арендаторы где-то в Славянске, Донецкой области. На что должны обратить внимание? Ну, во-первых, это на срок договора, однозначно. Затем на грошовую оценку, чтобы это было официально прописано, 3% с индексацией, без индексации, потому что закон у нас позволяет в договоре, чтобы стороны пришли к соглашению, что либо с индексацией, либо без индексации. Если без индексации, то вот как прописано, допустим, грубо 1000, то эта 1000 будет и год, и два, и три, и 10 лет платиться, покуда... А если с индексацией, то каждый год индексация меняется и увеличивается арендная плата, а значит увеличивается, ну, грошова, а значит увеличится арендная плата. У практиці нерідко трапляються випадки, коли власники земельного паю з тих чи інших причин хочуть розірвати договір оренди. Але як це зробити правильно, не знають.
за 30 дней до окончания срока действия договора, действующий арендатор имеет преимущественное право на продление договора. Делается это очень просто путем подачи арендодателю соответствующего письма о том, что арендатор хочет продлить с ним договор. Вот. И если арендодатель своевременно не отвечает на это письмо или не знает, что его договор заканчивается, то договор автоматически продлевается на новый срок на тех же самых условиях. Если арендодатель хочет прекратить арендные отношения, он должен заранее, то есть в срок раньше, чем арендодатель подаст свое заявление, написать письмо о том, что он не собирается продлевать с данным арендатором свои отношения. То есть предупредить его заранее, не позднее, чем за месяц. Либо, когда к нему поступит предложение о продлении перезаключении договора, официально ответить на него отказом. Аби уникнути судових тяжб, експерти рекомендують. Если вы предупредили фермера о том, что не собираетесь с ним продлевать договор аренды, потому что хотите самостоятельно обрабатывать землю, но тут же заключили договор с другим фермером, вот, то юридически подкованный арендатор переведет права аренды на себя. Поэтому хитрить не надо. Собираетесь обрабатывать сами, обрабатывайте сами. Если вас не устраивает то, сколько, как часто платит ваш нынешний фермер, то вот у вас есть железобетонное право вот на этих условиях с ним вести переговоры. Вы должны сказать, что да, я продлеваю договор, но платить мне, пожалуйста, там, до 1 ноября. Арендную плату хочу такую, натуроплату хочу такую. Письменно делаете предложение своему арендатору, и вот когда он на них вам письменно откажет, вот тогда можете брать себе любого другого арендатора, который вам нравится. Земля завжди була годувальницею для українського селянина. А от кому вона буде приносити прибуток, вирішувати вам. Читайте закони, дивіться нашу програму, і тоді ви впевнено зможете сказати: «Я маю право».